Давайте рассмотрим политический месседж в одном случае и в другом случае. Вот я остался на диване. Я остался, потому что я за Путина, но мне лень. Я остался на диване, потому что я против Путина, но мне лень. Я остался на диване, потому что мне вообще все пофигу. Или я остался на диване, потому что я решил так вот бойкотировать эти выборы. Где разница? Нету. И посмотрите другой вариант. Я встал, я пошел. Я либо проголосовал за кого-то, кого я считаю достойным, либо написал поперек бюллетеня. Надоел. Другая история. Другая история. Моя политическая позиция четко выражена, четко доведена. Я этим горд. И я знаю, что вы знаете, что я это сказал. Но уж если я совсем смелый, то я еще это сфотографирую и выложу в сеть. А кто будет считать это надоел? Кто это увидит? Ведь точно, вот, ну ведь правда же все будет сфальсифицировано, скорее всего, как это было раньше. Да наплевать, еще раз я говорю, не обращаем внимания. А вы не пришли, и что? А вас вкинули. И дальше что? Вы сказали, что это сфальсифицировано. Сказали, ну, сфальсифицировано. И в тот раз было, и в этот раз будет. И чего? Весь вопрос, я не пришел, или я пришел и сказал. Сегодня это ни на что не повлияло, но... И у власти в голове, что человек пришел и проголосовал против. Это очень важно, потому что между просидел на диване и баррикадами большое расстояние, а между пришел, написал поперек бюллетеня «я против» и баррикадами намного меньшее расстояние.